Так, говорите, там дезертек, да, добавили? Ну, попробуем его выбить на браво, потому что у меня его там нету, вот, и играть мне на браво РМ-ки не с чем. Баланс я уже себе пополнил. Так, погнали, короче. Будем его пытаться выбить. Эти коробки всякие нафиг никому не нужны. Так, коробки удачи. Дезертек. Ну, с богом, как обычно, одна для начала. О, еще баланс пополнился. Окей, ладно. А, это, наверное, с турниров. Ладно, хер с ними. Так, ну давай магия скипа. Я в тебя верю. Хоп! Я уж думал, сейчас как с Энфилдом фартанет. Ладно, видимо, не фартанет. Мне бы хотя бы, на самом деле, карту попробовать выбить. Я потом его куплю, наверное, навсегда. Ну, хер его знает, мало ли. Серьезно? Не-не-не, подождите. Вы это... Ну нахер. Да-да, ребят, именно такой у меня была реакция, когда я его выбил. Но я реально не знал, как реагировать. То ли орать как дебил, то ли чё. Потому что, ну, я в эту херню просто-напросто не поверил. Пока там не зашел, не поиграл с ним пару матчей. Ну, знаете, вы сами прекрасно, что вот, ну, всегда так бывает, что, ну, не веришь, что выбил там какой-то донат. Особенно те, кто, допустим, вообще не донатят. Вот, и они выбивают, допустим, какую-либо пушку, и потом такие, ну, недоумения вообще, что происходит. Вот, короче говоря, буквально на днях среди недели я наверняка запущу стримчан. И мы поиграем на браво РМ-ки вот именно с этим золотым дезертеком. Вот, я хочу себе первую лигу, потому что еще там люди просят записать камбэк Израиль. Ну, кто не смотрел, можете посмотреть эту рубрику. И, в принципе, оценить ее. Вот, так что ляпайте колокольчик, хотя он не всегда рабочий, но тем не менее. Будем надеяться, что он вас оповестит все-таки. Вот, так что вас жду среди недельки на стримчанском, залетайте. А еще я сделаю постик в группе ВКонтакте. Так что на группу тоже подписывайтесь, чтобы не пропустить. Кстати, да, я бы хотел вас еще спросить, интересно ли вам будут смотреть вот такие вот скетчи, ну, такие вот небольшие короткометражки, что ли. Возможно, весьма вероятно и наверняка, кстати... Слишком много сомнений, но тем не менее. Есть такая вероятность, что я буду скетчи снимать с вебочкой и еще примерно вставочки какие-нибудь там из реальной жизни делать. Ну, короче, я не знаю, я буду над этим думать. Если вы, в принципе, одобряете все это, то я готов пилить вот так подобные вот штучки. У меня, кстати, еще есть кое-что интересное. Я даже примерно придумал, как назвать следующий скетч. Он будет звучать примерно так. Когда впервые пользуешься торговой площадкой? Ну, там реально очень забавная ситуация, поэтому ставьте лайк, если вам понравился данный скетч. Огромное всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи и давайте, пока-пока.